Хорошо. А сколько по времени примерно будет? Хорошо, понятно. Хорошо, жду. Хорошо. Привет, друзья, меня зовут Олег, я спасатель, бывший кинолог аварийно-поискового спасательного отряда Кемеровской области. Ну, в общем, смотрите, история у меня такая. Я работал кинологом, то есть спасателем кинологической группы. До этого я отработал, ну, достаточно количество, большое по времени, лет сейчас даже не вспомню, в Российской государственной цирковой компании. По образованию я биолог и всю жизнь я работал с животными. Я сделал свой канал на Ютубе «Я и мой хвост», который посвятил выстраиванию взаимоотношений между человеком и собаком. То есть это такой просветительский канал. И один из моих сюжетов была съемка на поисково-спасательной группе. Я узнал о том, что как бы кинолога там сейчас действующего нету, и с бывшим кинологом снял сюжет такой. За камерой она мне примерно уже рассказала, что там не очень хорошая ситуация с кинологией сложилась. Ну, как бы я на это не обратил внимания, потому что когда общался с людьми, там все было красиво, хорошо на самом деле. И мне поступил звонок о том, что мы приглашаем вас, если вы не заняты. Видно, люди посмотрели мой канал, оценили мою работу, моих собак оценили и пригласили меня работать. То есть ни материальной базы не было, ничего не было абсолютно. Я стал поднимать, если так можно сказать, с колен кинологическую службу у нас в Кемеровской области. Там была всего одна собака, и то вся насквозь больная. Я пришел со своей собакой, начал ее натаскивать. Результаты были налицо сразу же. Но, понимаете, если бы это была федеральная служба, то меня бы, допустим, с собакой отправили бы учиться в какой-то учебный центр.
Но финансирования как такового не было, и поэтому не было там, понимаете, как бы сама служба строилась на том, что собака, в принципе, особо-то и не нужна, там никто на нее и не рассчитывал, я имею в виду из руководства. Это был чисто политический момент. Нужен был человек, который просто с собакой приедет или на параде постоит, а там результат работы поисковой именно никого не интересовал. Ну, я человек, как вам сказать, такой заинтересованный в получении результата, поэтому стал искать всяческую литературу, искать выходы на сотрудников кинологических отделов именно спасательных подразделений, и нашел эти выходы. За свой счет я ездил на обучение в течение 2 лет, то есть это были сибирские региональные центры именно кинологические, где, ну, методика, она достаточно тяжелая, понимаете, если собаку там разыскника какого-то или собаку на защитно-караульную службу, где-то методику это можно найти в интернете, почитать, посмотреть, то именно поисковую собаку, это очень много нюансов, даже если ты обладаешь какими-то, в общем, основами, скажем так, то есть высшей нервной деятельности, основами дрессировками, то именно детали, они очень важны, поэтому самостоятельно это все как бы изучить достаточно тяжело. Значит, подробно, значит, смотрите, в чем дело. Здесь как бы руководство особо не уделяло внимания именно кинологии. То есть я начал ее развивать, я за свой счет приобретал как бы поводки, амуницию, шил своими руками всякие шлейки красивые, ошейники, потому что деньги на это не выделялись. То есть мне было удивительно, когда начальник отряда, я когда к нему подошел и сказал, что нужно какую-то амуницию для собаки, мне была выдана веревка вообще на самом деле, с которой он сделал удавку и сказал, что вот так тут я должен ходить с собакой. Но собака, как для меня, как для кинолога, это мое лицо, поэтому лицо у меня должно быть чистое, опрятное и красивое. Поэтому я самостоятельно стал. Ну, я еще раз говорю, что как бы я не за зарплатой пошел работать, а именно для достижения результата. Поэтому я не столько получал, сколько я вкладывал туда деньги. Вот. А когда ты начинаешь вкладывать туда деньги, ты начинаешь все это дело ценить. В общем, ну, началось это все 2 года назад. Был принят на работу человек, который являлся либо, ну, видно, чем-то протеже или, ну, в общем, смотрите, этот человек, там стиль руководства достаточно такой интересный. То есть, если человек нормальный, не опаздывает на работу, выполняет свои должностные обязанности, к нему придраться нельзя. Да, если ты опаздываешь на работу, там, не выполняешь свои должностные обязанности, то тебя простят, но возьмут тебя на крючок. Так вот, таким вот, вот человеком был мой напарник, который опаздывал на работу, не выполнял свои должностные обязанности. И поэтому руководитель его простил и взял его на крючок, собственно говоря. Он ему стал вести бухгалтерские какие-то документы. Вот. И начальник был заинтересован в этом человеке. Я, естественно, мне нужен был кинолог, напарник, который может, ну, дополнять меня, потому что в мое отсутствие животными тоже нужно заниматься. Он занимался именно бумагами, собаками не занимался, не кормил, ничего не делал. В общем, ну, как-то так вот, вот получилось. Я стал делать ему замечания. Ну, мы же с ним равноправные, как бы, партнеры. То есть, он кинолог, я кинолог. Чего на меня обращать внимание, собственно говоря? Я развиваю, я достигаю какой-то результат. Я подхожу к начальнику, говорю, что он опаздывает, собаки не накормлены, уйдет, воду там не поставит, смену сдает. Я прихожу, я там в ужасе просто, что наблюдал вообще на самом деле. То есть я добивался того, чтобы человек работал. Человек этот в качестве кинолога, и вообще кинологи никому тут не нужны абсолютно. Поэтому, знаете, на меня как на сумасшедшего вообще смотрели сначала. Ну, я человек, который добивается вообще результата, я привык просто к этому. И вообще я самое хорошее из цирковой системы хотел преподнести в нашу Кемеровскую область, принести. Но, видите, никому это не надо в результате. В общем, сначала я устно говорил, потом я писал уже какие-то бумаги. Вот у меня лежат, видите, бумаги вот здесь вот. Это вот служебные записки о том, что
ко мне стали придирки какие-то предъявлять по поводу того, что как бы, ну, я обращаю внимание на человека, на письменную бумагу надо как-то реагировать. Вот, и уже стали, вот смотрите, вот здесь служебная записка у меня, она 10 мая 16 года, о том, что я говорю, что не хватает амуниции, нету, не выпускает нас на тренировку никуда, что сотрудник Карпич не выполняет свои должностные обязанности. Это 10 мая. Вот здесь вот, вот приказ о сокращении, меня сократили. 18 числа. 17 числа провели разборку. То есть замдиректора посадил нас и стал по моей докладной, значит, как бы разбираться. Он говорит, нету амуниции. Я говорю, да, нету, я шью свою амуницию. Он, ну, до этого еще была такая интересная история. Для того, чтобы мне насолить, то есть начальник запретил мне, сказал, все свои вещи уноси. Я его еще переспросил все, потому что, понимаете, амуниция, все мои личные вещи, это весь кинологический отдел. То есть для того, чтобы тренировать собаку, нужен человек, который складываешь ты в закладку, его укладываешь. Его надо на что-то положить, его надо чем-то укрыть, потом сверху землей закидать. Но это тоже лопата нужна. Это поводки, ошейники, лекарства, все на свете. То есть достаточно много там денег я тратил, я говорю, практически всю свою заработную плату. Вот. И для того, чтобы мне насолить, мне было сказано, чтобы я все это увел. Для чего, чтобы я это увел? Для того, чтобы собака не работала, не давала результаты и могли сказать о том, что кинолог не работает, нам такой специалист не нужен, потому что результата нет. Вот. А тот человек, как бы, ну, я даже сейчас вот с ума... Он, получается, был выгодным для руководства поисково-спасательного отряда, правильно? Он, да, он был, в нем был какая-то заинтересованность. Честно говоря, вот он даже как человек, который бумажки пишет, он, ну, себя не проявлял на этом уровне. Я думаю, что все-таки он чей-то родственник. То есть здесь вот кумовство какое-то было. Олег, ну вот теперь расскажите про ваши жалобы и последующие уже действия, что вам начали поступать угрозы вот конкретно про это. Ну, смотрите, для начала меня пытались морально выжить, то есть это был такой конкретный мобинг, то есть в чем он заключался? Я начал, вот говорю, что я в устной форме стал руководителю, начальнику отряда говорить о том, что не выполняет он свои должностные обязанности. Он мне говорит, пиши, пожалуйста, докладные записки, я на твои слова реагировать не могу. Я пишу докладную записку, и вот представляете, все-таки спасательный отряд, это какая-то как семья, как ячейка общества, да, где не принято там закладывать своих товарищей, да. И начальник отряда, а в принципе это же штука такая, которая конфиденциальная, он мне говорит, пиши, я пишу, потому что я уже не знаю, как заставить человека работать. И он с моей докладной записки придет к нему, там, спасатель, ну, грубо говоря, там, Ваня, Вася, там, любой другой спасатель. Он говорит, вот посмотри, кинолог-то сволочь какая вообще, на своего напарника, короче, стучит вообще, понимаете? То есть мне, он потихонечку между собойчиками такими начинал вот такие вот беседы вести, и спасатели... Ну, кто поумнее-то, собственно говоря, видел мой профессионализм, он нормально реагировал на это. Но, знаете, в большинстве своем спасатели принимают не за умственные способности, а за состояние здоровья. То есть, ему сказали, он услышал. И стучать действительно нехорошо, то есть, как бы это плохо. Вот, и мне начался, мне стали выживать потихонечку с отряда. То есть кто-то там рук мне не подавал, кто-то говорил, что в лесу мы тебя потеряем на очередных поисках. Это все со слов начальника отряда. Вот. Я не уходил, потому что я человек самодостаточный и знаю то, что я могу и то, что я сделаю. И вообще я своим отделом считал как бы животных. То есть это вот собаки, с которыми я работал, которые вообще, ну, они не умеют обманывать, скажем так. Вот. Я не уходил, я работал, то есть я должен был приносить пользу людям, то есть нашему Кузбассу, поисковики, я весь в работе был, на такие вещи не обращал внимания. Дальше последовало то, что мне ставили ставить неудобный график работы. То есть мы работали 2-2, а тут меня в день вывели, да, причем это ночные выезды были, то есть это конкретная переработка была, которая не оплачивалась абсолютно, я был оторван от семьи абсолютно. Но опять, я знал, что летом никогда мне отпуск не давали. То есть, конкретно выживали просто. Занижали коэффициент оплаты труда. Там, специально с меня требовали там, физическую сдавать подготовку. Ну, я не против, если все будут сдавать. Тем более, для спасателя это очень важно.
быть в физической форме. Я сдавал, все сдавал. Ну, там на долю секунды прибежишь не вовремя, тебе уже коэффициент срезает. Ну, явно, понимаете, это просто выживали. Вот. И вот, а вот угрозы конкретно, вот угрозы когда начались? Вот во время всего этого, значит, после очередного скандала с руководителем, с начальника отряда, то есть в мае месяце мне подожгли щиток. Я не могу утверждать, что это был кто-то с отряда, но я живу на третьем этаже. Обычно вот такие люди, которые ходят, знаете, просто щитки поджигают, есть такая фобия там у людей. По весне, по осени она обостряется. Но я живу на третьем этаже, это надо было подняться непосредственно на мой этаж и там поджечь. Причем у меня видеокамера стоит, которая была обрезана. Что самое интересное. Вот. После чего, как бы, вот я еще раз говорю, что я уже терпеть не смог и написал директору о том, что происходит, ну, придирается начальник отряда ко мне и просил разобраться в этой ситуации. Меня вызвали, это, понимаете, это было оправдание начальника отряда. И буквально через несколько дней вышел вот этот вот приказ о том, чтобы меня сократить, о сокращении, да. То есть они эту ставку увели в другой город, естественно, мне предложили, то есть условия, то есть по правилам сокращения, я должен был, должны были предложить мне две ставки. Мне предложили ставку кинолога, они якобы перевели ее в Междуреченск, вот, и мне предложили переехать за 300 километров, чтобы я на работу ездил. Ну, понимаете, что я не мог согласиться на такие условия. Сейчас они нанимают 4 кинологов отдельно, да, но как бы, которые... Не нанимают, точнее, а берут из отряда. То есть, в общем, смотрите, я был вынужден обращаться во всевозможные инстанции, там, хотел к начальнику управления, ничего у меня из этого не вышло, его опекает, там, не дозвонишься, то на выезде, то еще где-нибудь, в общем, там тело охраняет очень сильно. Очень долгое время у нас с губернатором тут проблемы были, не присутствовал губернатор, в общем. Я, когда он приехал назад, это 2 месяца прошло, я написал губернатору о том, что у меня есть. Ну, я же говорю, что у меня документальное видео подтверждение есть, как я прихожу на работу, что там вообще происходит на самом деле. О том, что этот человек опаздывал на работу, у меня тоже есть как бы документы, понимаете. У нас есть журнал инструктажа такой, и прежде чем приступить к работе, ты должен там расписаться. Рабочий день кинолога начинался в 7 часов утра, потому что животных надо кормить и 8 часов на разводе уже находиться. Вот он не приходил на работу, в журнале в этом не расписывался. То есть это вот явные такие просто документальные опоздания, свидетельство того, что человек не выходил на работу. То есть другие спасатели пойдут, накормят по звонку собак, а его нету. А он табелируется о том, что он, ну, получает заработную плату. То есть, ну, как-то вот такие... Скажи, пожалуйста, вот ближайшие какие вот угрозы вообще произошли и что, можно сказать, до точки кипения уже довело, вот какие действия? Вот говорили, что вам квартиру поджигали. Ну, я же говорю, в мае месяце мне подожгли, то есть я еще работал на тот момент, мне подожгли квартиру. Но я после этого даже не написал заявление о том, что уйти. То есть я же не могу прийти и сказать, что это вот начальник отряда мне... там кого-то подостал, потому что это будет клевета, у меня явных улик каких-то нету. Вот. Но, я говорю, произошла конфликтная ситуация, и буквально на следующий день у меня загорелось вот на третьем этаже вот это вот, вот электрощиток. То есть это такой явный сигнал тебе к тому, что ты, дружок, давай собирайся, уходи отсюда. Вот. Но какие действия сейчас предпринимаете? Вот я знаю, что вы обратились к начальнику МЧС по Кемеровской области. Да. И он... Да, но он был вынужден, понимаете, как бы здесь же достаточно серьезные огласки, вот это все дело как бы подверглось. У меня... Олег, скажите, пожалуйста, фразу, что я обратился к начальникам МЧС по Кемеровской области, потому что зрители меня не слышат. Я обратился, то есть я был вынужден обратиться к начальнику Кемеровской, к начальнику главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Кемеровской области. С открытым обращением, то есть я на своем канале сделал такое видеообращение, где рассказал ему примерно о сложившейся ситуации в нашем кинологическом отделе. А ввиду того, что как бы у меня вот есть своя такая медиаплощадка, да, то есть канал на Ютубе «Я им и хвост», то и где подписано 34 тысячи человек неравнодушные, которые следят и получают какие-то знания,
они, естественно, все откликнулись, распространили все это дело. Вот ваш канал, в частности, узнал об этом тоже именно с моего канала на Ютубе. И мне поступил звонок от Александра Сергеевича Мамонтова о том, что ты можешь предоставить в письменном виде свои как бы пожелания там, по развитию кинологической службы, там, может быть, жалобы какие-то и так далее. Но, как бы, понимаете, в письменном виде это будет элементарная отписка, потому что я уже не одну бумагу написал, и мне эти отписки приходят, которые вообще ни о чем. Вот. Я все-таки настоял на личной встрече. Александр Сергеевич, ну как бы мы с ним не на одной спас-работе участвовали вместе, и лично знает меня, согласился на такую встречу. Ну, там по голосу я не знаю, что из этого выйдет. Видно, был тоже не особо доволен. Ну, вот так. А скажите, пожалуйста, вот в данный момент, да, вы сейчас находитесь, я так понимаю, без работы. У вас есть семья. Вот как планируете вообще дальнейший быт вообще? Куда пойдете? Чего добиваетесь в итоге? Чтобы вернули именно в ту службу или чтобы навели порядок? Вот расскажите поподробнее, каким образом сейчас будет строиться? Ну, как бы заработок-то у меня, он дополнительный, он присутствовал и был всегда. Я же говорю, что у меня есть канал, 34 тысячи подписчиков, которые обращаются ко мне. Я выезжаю на индивидуальные занятия по дрессировке собак, которые, ну, оплачиваются. Делаю коррекцию поведения, ну, такие выезды делаю, провожу скайп-консультации какие-то, причем 95 стран мира как бы ко мне обращается. То есть я же еще раз говорю, что дело-то не в заработной плате. Я когда устраивался, сразу сказал, что мне интересен и важен результат. Я поэтому и добиваюсь этого результата вот даже такими тяжелыми методами, скажем так. Вот. Поэтому быт у нас нормально идет. Картошку вот выкопали недавно, кушать у нас есть что. Я добиваюсь того, чтобы у нас, то есть я уже вник в эту тему, мне она стала интересна, я столько трудов вложил в нее, я вижу пути развития этой кинологической службы. Я хочу, чтобы тем более вот в ситуацию, когда сейчас столько террористических актов, столько обрушений, может быть, не дай бог, конечно, произойдет, я хочу, чтобы жители нашего Кузбасса были уверены о том, что к ним придет на помощь кинолог с собакой. Как это будет выглядеть? Ну, если я вернусь на службу, понимаете, я буду за, потому что все-таки, когда ты штатный кинолог, и у тебя возможности больше именно по тренировке, дрессировке, то есть ты можешь ехать на аттестацию конкретно с бумагами, с какими-то командировочными удостоверениями. Я в своей квартире не могу разместить там такое количество животных, собак, скажем так, где, как я могу это сделать на работе. Просто личностные отношения там с руководством какие-то, понимаете, я привык работать на работе, а не дружить там с кем-то. То есть, если человек, вот начальник, например, перепутал свою государственную службу и думает, что он работает на каком-то частном предприятии, я считаю, что он очень заблуждается. Вот, и что самое главное, это не то, свои амбиции, не свои амбиции продвигать, а то, что делать дело, ради которого ты работаешь. И вообще в спасательные службы, понимаете, как бы там, я считаю, что люди должны, ну, гореть этим. То есть это непростая служба-то. Вот, и вот чего я добиваюсь. Я добиваюсь того, чтобы в кинологической службе было все хорошо. А потенциал у меня есть. Обучение я прошел. Тонкости я все служебной деятельности знаю. Я еще раз говорю, что я вижу пути развития. Я вижу пути развития работы с волонтерами. Я начал это волонтерское движение развивать. То есть ко мне приходили люди со своими собаками. И я готовил собак-спасателей. То есть если вот по нашей методичке, скажем так, собака должна искать и живого человека, и неживого человека, ну, в связи с спецификой работы, потому что под завалом и тот, и другой может оказаться,
то я за узкую специализацию, чтобы одна собака искала живого, другая собака искала неживого человека. Одна собака работала по моему тренингу, например, это поиск в лесу по стелющемуся следу, да, другая собака работала по моему тренингу, по продавленному следу. То есть, понимаете, у нас нету сейчас вот специалиста такого вот в нашем агентстве, то есть штатного специалиста на должности, который будет обучать собак, помимо того, что своих, еще и развивать волонтерское движение. Так вот, смотрите, вот у меня здесь на нашивке написано «спасение и предупреждение», да? То есть предупреждающие мероприятия – это основное развитие. То есть я проводил достаточно много уроков безопасности по школам, где получал благодарственные письма, там похвальные грамоты всевозможные. И доходило до смешного, что руководство, скажем, моего отряда, руководство конторы, просто прятало эти, не выдавало мне эти письма, понимаете, вот до какого уровня доходило там. Потому что каждое благодарственное письмо, да, это 0,1 коэффициент твоей заработной плате. Это тебя высвечивает, это тебя видит, это тебя замечают уже. А как тебя замечать, когда на самом деле есть вот такой вот, которого, собственно говоря, нужно двигать, а тебя нужно задвинуть. Я говорю, там люди сейчас просто немножко путают государственное предприятие со своими какими-то личными там средствами обогащения. Ну вот у меня такое ощущение сложилось. А я мешал в этом. Вот. Олег, ну и последний, наверное, вопрос, и закончим сегодня нашу беседу. Скажите, пожалуйста, вот как близкие относятся вообще, так сказать, если можно это назвать, к вашей борьбе? То, что вы хотите навести порядок в кинологической службе в Кемерово? Да, жена мне вообще говорит: Олег, это оно тебе надо? Но она знает меня, понимаете, мы с ней познакомились не в возрасте, когда там 18-19 лет, а 8 лет назад мы познакомились с моей супругой. То есть мы со сложившимися характерами уже и уже приняли друг друга такие, какие мы есть. Естественно, ее не радуют такие перспективы, что нам тут квартиру поджигают и нас не угрожают вообще на самом деле. То есть это кому это будет хорошо? Она говорит: ты занимайся уже там своей дрессировкой, корректируй там. Можешь идти в волонтеры в какие-то, то есть, если тебе так сильно. То есть, она как бы не очень рада этому всему. Но она принимает меня и любит меня, я ей благодарен за это. А вот еще сейчас как раз вопрос созрел не только про близких, но и просто про людей. Вот много ли людей откликнулись на все ваши вот обращения, блоги и так далее? Вот сколько людей вообще в соцсетях, может быть, пишут? Какие пожелания, что говорят? Может быть, кто-то хотел помочь чем-то? Ребята, я выражаю вот огромную благодарность, потому что просто огромное количество людей откликнулось. И пишут, что, естественно, не только у меня в сфере вот, спасательной, да, такое стоит, но... Ну, в общем, очень много благодарных людей. Мне вот я смотрю, мне тут даже это... На телефон тут сегодня там кто-то 100 рублей бросил, там вчера 10 рублей кто-то бросил, я телефон свой номер написал, да, то есть мне даже вот такие вот вещи как бы присылают. Спасибо всем большое. Пишут, что мы с тобой, пишут о том, что молодец мужик там, ну, естественно, находятся и те, кто и негатив какой-то выплескивает. Ну, скажем так, на 10 тысяч просмотров ролика, который я разместил у себя в интернете, у меня там соотношение лайков и дизлайков, то есть всего на 10 тысяч просмотров 2 дизлайка. Ну, видно, там бывший кинолог, точнее, настоящий кинолог, видимо, я так думаю. Хотя не буду утверждать. И огромное количество лайков вообще на самом деле. То есть 99% людей меня поддерживают. Переживают, спрашивают. Даже некоторые депутаты из других областей пытаются выйти на нашу область. То есть я сейчас получаю огромную поддержку и благодарен вообще на самом деле. Спасибо вам за то, что поддерживаете. Спасибо, огромная благодарность вам. Мне этого действительно очень сильно как бы сейчас нужно. Это сильно нужно. Спасибо. Олег, ну и сейчас вот точно последний вопрос. Скажите, как считаете все-таки, по вашему мнению, как завершится эта вся ситуация и какое у нее развитие будет? Вы знаете, я особо не надеюсь на то, что что-то произойдет именно в кинологической службе. Вот на данный момент я знаю, что сегодня именно с моей собакой
уехал человек, который никогда в жизни не хотел быть кинологом, но его, видимо, там заставили под угрозой увольнения. Он сейчас сдает. Я не надеюсь на то, что что-то изменится, пока не сменится руководство. То есть даже вот мое обращение к начальнику главного управления МЧС по Кемеровской области, он же, это немножко другая организация, я нахожусь в бюджете области, то есть это областной отряд, а он, это МЧС, это федерального значения. То есть мы, конечно же, находимся в подчинении в оперативном штабе МЧС, но он не является руководителем нашей организации. Если директору, я не знаю, как там до него доходит, может быть, ему кто-то неправильно что-то докладывает, если он окажется, скажем так, здравомыслящим, адекватным мужиком, я по-другому сказать не могу, значит, мы будем работать дальше. Я даже с этим начальником отряда готов дальше работать, но, боюсь, они не захотят. Я еще раз говорю, что я не путаю вообще на самом деле вот эти вот личностные отношения с производственными, а некоторые люди это делают. Хорошо, спасибо большое, Олег. Сейчас вот попрощайтесь со всеми зрителями, какие-то, может быть, слова скажете, и тогда просто замолкаете, и мы отключаем стрим. Хорошо? Да. Ребята, я желаю вам, чтобы вы доводили все, что вы берете сделать, до конца какого-то логического довершения. Не бойтесь ничего. Но если вы делаете все правильно, и то правда всегда победит. И Господь будет с вами. И я призываю вас к одному. Как я всегда говорю, заканчивая свои ролики, заслужите доверие, заслужите уважение, ребята, и все у вас получится. Спасибо. Все, спасибо, Олег, сейчас просто оставайтесь на линии, не отключайтесь. Я скажу вам, когда отключиться. И не уходите из кадра. А от себя скажу спасибо большое, материал собирал я ваш. Вот, очень большой достаточно резонанс получился в обществе. Спасибо вам большое, мы тоже с вами. Буквально еще 2 минуты, там не уходите из кадра, скайп не отключайте. Здравствуйте, Олег, держитесь, мы с вами. Я такие вот получаю сообщения. Через 10-15 минут. Все, спасибо, Олег, большое. Я вас отключаю. Если какие-то новые подробности, продюсерам пишите. Хорошо? Хорошо. Все, спасибо.